Феникс Е05, низший режим, средний, максимальный. Да, на максимальном все действительно видно очень ярко, я очень удивлен, не ожидал я. Низший отошел метра на 3-4, средний и максимальный. Вот я сейчас на поле. Ну, хорошо так бьет, конечно, я не ожидал. Очень хорошо. Ладно, пойдем дальше на старую ферму. Минимального режима здесь вполне хватает. Без преувеличения, действительно, все видно очень хорошо и отчетливо. Ну, так как это большое относительно помещение, то, конечно, здесь более комфортно на среднем, вот этом режиме. Но вообще в комнате низший режим вполне. И максимальный режим. Все видно прекрасно. Видно дальнюю стенку. Замечательно. Воробушек. Какой воробушек. Да, когда-то здесь было много коров. Сейчас все заброшено. Ну ладно.